выучиться полезным навыкам, повысить свою компетенцию и увеличить шансы на трудоустройство. В Ненецком аграрно-экономическом техникуме стартовали 4-недельные курсы по компетенции поварское и кондитерское дело для пострадавших от последствий распространения новой коронавирусной инфекции. Подробнее в следующем материале. Каждый вечер 6 раз в неделю в техникуме встречают студентов. Отличает их от привычных учащихся образовательного учреждения только возраст и ускоренная программа обучения. У нас обучаются 3 категории граждан. Первый, который имеет диплом об образовании, закончившие в 2020 году и не трудоустроены. Вторые лица, которые в связи с пандемией оказались в отпуске без содержания. И третьи, которые стоят официально в центре занятости в поиске работы. То есть либо повышают свою квалификацию, либо же меняют свою квалификацию, получая дополнительное образование. На курсе обучается 24 человека. В программе, рассчитанной на месяц, чередуются теория и практика. Учат самых азов. С нарезки и до приготовления сложных блюд, независимо от начальной подготовки каждого студента. Сложности из-за этого не возникает. В цеху царят гармония и удивительные запахи. Мне самому всегда нравилось готовить. Вот, дома бывает, там что-то готовлю. Вот. Ну а тут получилась такая возможность, что можно все это дело, скажем так, на профессиональном уровне получить. Новое, мне кажется, всегда интересно. Вот. Тем более знакомые вещи, вроде те же там котлеты, рыба там, и мясо, все мы знаем. А когда это начинаешь узнавать с профессиональной точки зрения, то открывается много нового. Обучение проходят совершенно разные люди, от любителей до профессионалов, которые не смогли трудоустроиться. Например, Ирина окончила учебное заведение, но работу сразу найти не смогла. Меня привело то, что из-за коронавируса я свои навыки не смогла в полной мере раскрыть. Я еще повысить свой разряд попробовала. В данный момент продолжается набор граждан на бесплатное обучение по направлениям предпринимательства и ветеринария. Программа по обучению лиц, пострадавших от последствий распространения коронавирусной инфекции, финансируется из федерального бюджета. Поэтому каждый желающий может, не раздумывая, подать заявку. Достаточно просто оставить ее на сайте WorldSkills. Молодые профессионалы. Екатерина Дементьева, Вадим Стасюк, телеканал «Север».